Автомобильный рынок в Твери в период пандемии продолжает функционировать. Менеджеры автосалонов отмечают, что спрос на автомобили не стал ниже, а на какие-то марки и вовсе вырос. Наш корреспондент выяснил, какие легковушки сейчас выбирают жители Твери и как предпочитают расплачиваться за такие покупки. Эксперты отмечают, что покупка автомобиля вполне себе выгодное капиталовложение, при этом еще и полезное. Менеджер автосалона рассказал, что за последние месяцы спрос на автомобили стоимостью до 1,5 миллиона рублей, причем как новые, так и подержанные, вырос. Правда, стать владельцем иномарки с нулевым пробегом стало сложнее. Рынок автомобилей испытывает небольшой дефицит в плане поставок новых автомобилей в связи с сложившейся ситуацией пандемии. Но в свою очередь сильно зато вырос рынок автомобилей с пробегом. Но вот люди, поскольку не могут заказать себе и дождаться по времени новые, активно переключились на БУ, где мы увеличили, как почувствовали увеличение в рамках 20%, наверное, спрос на автомобиль с пробегом. По-прежнему популярной остается услуга трейд-ина, когда автомобиль обменивается на другой, новый или тоже с пробегом, с некоторой доплатой клиента. Плюс в том, что процедура занимает мало времени, оформляется сразу весь необходимый пакет документов и, главное, прозрачность сделки. Сейчас более 60% покупок происходит именно по такой схеме. Экономисты тоже отмечают, что на фоне пандемии автомобильный рынок более-менее стабилизировался. Кардинальные цифры на ценниках не изменились. Собственно, и следующий год эксперты прогнозируют относительно стабильным. Особого изменения спроса и предложения на рынке, на автомобильном рынке я в следующем году не вижу. Я бы спрогнозировал так, плюс-минус 10% от состояния этого года. Расплачиваются покупатели либо наличными, либо берут кредит на выгодных условиях. Сейчас в автосалонах предлагают свои услуги сразу несколько представителей банков. И в большинстве случаев заявки одобряются. В том числе действуют и госпрограммы, как, например, первый автомобиль или автомобиль для семьи, где есть хотя бы один ребенок. Здесь при кредитовании предусмотрена скидка. Специалисты говорят, что копить на авто сейчас невыгодно, так как колебания курсов валют так или иначе дают о себе знать.